Житель Павлодара выиграл рекордный джекпот. Сумма составила более 39 миллионов тенге. Это эмоции человека, выигравшего 39 миллионов тенге. В целях безопасности мужчина просил не показывать его лицо. Известно, что он занимается частным извозом. Со слов новоиспеченного миллионера, он вывел собственную формулу успеха. В итоге одна из них превратила его в миллионера. Давняя мечта — купить частный дом. Я вот решил частный дом купить. Ну и племянник есть, и ему квартиру взять. Он инвалид с детства, вот решили так. Ну, у меня мама живет в деревне, хотелось бы, чтобы они переехали в город тоже вместе с племянником.